То есть было хорошо, было чистенько, было весело, но приходом новой, скажем, Москвы у нас этого ничего не стало. Вот уже 7-8 лет мы просто живем, вот видите, бурьян, ничего, ни пляжей, ни места отдыха, ни беседок, у нас ничего такого не происходит здесь. И опять же говорю, борщевик, трава, ну и...